Будь ласка, займайте місця, ми розпочинаємо наше служіння. Я вітаю словами «Мир вам!». Було би хорошо, щоб ви якось трошки до кучки сіли сюди, з покраїв. Дуже далеко, Толік, будь ласка, Пацула, підходьте сюди, зліва, крило. Юноші, давайте сюди, до середини. Так краще буде співати, а то таке відчуття, зал здоровий, що нас дуже мало. Давайте поближче сюди, до мене. На сьогодні є в гостях брат Мосійчук Олександр, він сам із Макіївки, пастор церкви, пастор-учитель. Ось ми заспіваємо перший псалом, слухайте вістку «Любові святій», потім брат Олександр заспіває, і ми заспіваємо потім 64-й «Ти знаєш, Боже, моє бажання», і потім брат буде говорити, в нього є чудова тема, як знати волю Божу. Так що, хто не прийшов, хто нас слухає, ви ще вспієте під'їхати, поки ми будемо співати декілька псалмів, будь ласка, так що ми вас просимо, приїжджайте і послухайте, і побачите. Зараз ми помолимося в молитві до нашого Господа. Владико Господи, святий, праведний, любячий, милосердний, долготерпеливий, не до кінця гніваючийся Господь, заносим тобі щиру подяку за сьогоднішній трудовий день, в кінці якого ми можемо зібратися для того, щоб поклонитись тобі, для того, щоб прославити тебе, для того, щоб мати спільність один одним із тобою. І дякуємо тобі за твою чудну обітницю, яку ти сказав, я з вами в усі дні і до скінчання віку. Тому, Господи, ми хочемо прославити тебе співом, молитвами. Поблагослови брата Олександра, який буде говорити слово, щоб воно було передано в премудрості божественній для слави твоєї, для збудови нашої віри. Молюсь за кожну душу, присутню в домі молитви, щоб наші серця були відкриті. Хто нас дивиться, хто нас слухає, щоб вони могли приєднатися до спільного поклоніння нашому Господу Ісусу Христу. Наша молитва за хворих, хто сьогодні не має можливості, хто знаходиться сьогодні в лікарні. Я молю за сестру Мирославу, ти знаєш її складну операцію, Господи, укріпи її, підніми її і пошли її благословіння, щоб вона, Господи, знову повернулася до церкви, до сім'ї. Ми все це предаємо в руки твої святі, молились і просили тебе, і дякуємо тобі, що ти чуєш наші молитви і в цьому. Просимо, Господи, за сестру Домку, яка довгий час вже хворіє, Господи, і знаходиться в лікарні, поблагослови її. Пошли її виздоровлення, Господи, віддаємо в руки її і просимо твого благословення. І всіх тих, хто не мав сьогодні можливості бути разом з нами, Господи, щоб ми могли приєднатися до спільноти і душою, і тілом. Молимося і дякуємо тобі, Господи, що ти орошаєш нашу землю. І просимо, щоб ти послав повні потоки, щоб наша каліфорнійська земля мала воду, ми мали все необхідне, щоб ти зберіг нас від голоду, щоб ти зберіг нас від всякого роду злами. Недостойні всіх милості твої, Господи, але ти по любові своїй посилаєш і дощ, і сонце на праведних і неправедних. Наша молитва за Україну, за наш багатостраждальний народ, Господи. Просимо і молимо тебе, щоб рука твоя була і там. Ти знаєш всю ситуацію. Інколи політики не знають, як вийти з тої ситуації. Ти Бог наш, церкви моляться, і ми просимо і молимо тебе. Тому хай все це служіння і наша спільність буде славою тобі і на збудову віри нашої. Прошу це в ім'я твоє і для слави твоєї. Амінь. Номер 108, слухайте вістку «Любові святі», потім ми сядемо, брат Олександр заспіває, і після того ми ще заспіваємо «Ти знаєш, Боже, моє бажання». Слухайте вістку «Любові святі», поки ще маєте час. Бог нас навіки простив у Христі і від загибелі спас. Бо від загибелі спас. Бо від загибелі спас. Так Бог нас навіки простив у Христі і від загибелі спас. Боже, неправда загублених днів мучить непевність. Всім серцем вас Бог полюбив і від загибелі спас. Бо від загибелі спас. Бо від загибелі спас. Так Бог нас навіки простив у Христі і від загибелі спас.
Боже, в життєвих стражданнях тяжких, промінь надії погас. О, пригадайте в думках ви своїх, Бог від загибелі спас. Бог від загибелі спас. Бог від загибелі спас. Так Бог нас навіки простив у Христі, загибелі спас. Може в життєві спокусі земні друзі всі зрадили вас. Слово хай чується в мові простій, Бог від загибелі спас. Бог від загибелі спас. Бог від загибелі спас. Так Бог нас навіки простив у Христі і від загибелі спас. Вітаю, брати та сестри, радий бути у вас, перший раз в вашій церкві. Дякую вашому пастору за те, що запросив, щоб сьогодні поділитись Словом Божим. Я Олександр, прізвище моє Масійчук, дівоче прізвище моєї жінки Бульчук, і наше четверо дітей – це Чуки. Я сам з Макіївки приїхав з Донецької області, а жінка в мене з Волині, з Луцька. Ми служимо Богу в церкві «Нове життя» християн-баптистів в місті Макіївка. Буду тут викладати «Шлюб та сім'я» такий предмет. Я люблю два інститути, які Бог створив. Бог створив сім'ю і церкву. І більше всього проблем якраз в цих двох інститутах – в сім'ях і в церквах. Чому? Тому що сатані дуже не подобаються ці інститути. Ну, а зараз я хотів би вам побажати таке побажання залишити. На українській мові це звучить «не сумуй», на російській «не унивай». На англійській «Don't give up» – «Не здавайся». Так сказав Ісус Христос. Должно вам завжди молитися і не унивати. Не сумуй, що так склалось у тебе життя, терен густо поріс на дорозі. Не сумуй, що нема на землі співчуття та гарячі гіркі твої сльози. Не сумуй, що у світі ніхто не зумів до кінця твою біль зрозуміти. Не сумуй, що за те, що ти щиро любив, світ спішив тобі злом заплатити. Не сумуй, не сумуй, Христос каже тобі і мені. Лиш радій, нагороду тримаю тобі. Не сумуй, що так довго самотнім ти був, в житті, може, ще тяжче прийдеться. Не сумуй, що від ближніх так рідко ти чув тепле слово від щирого серця. Не сумуй, не сумуй, Христос каже тобі і мені. Лиш радій, нагороду тримаю тобі. Не сумуй, бо твоя, друже, кожна сльоза в книзі пам'ятній пишеться в небі. Не сумуй, після горя щаслива пора незабаром настане для тебе.
не сумуй, бо вже явиться скоро з небес той, хто любить, хто щиро жаліє. До грудей він, як батько, пригорне тебе і без слів до кінця зрозуміє. Не сумуй, не сумуй, Христос каже тобі і мені. Лиш радій, лиш радій, нагороду тримаю тобі. Не сумуй, не сумуй, Христос каже тобі і мені. Лиш радій, лиш радій, нагороду тримаю тобі. Слава Богу. Ти знаєш, Боже, моє бажання, молитву чуєш ти мою. Ти знаєш серця мого страждання, коли я гіркі сльози лью. Ти знаєш, Боже, що я бажаю, не слави скарбів на землі. Я щирим серцем тебе кохаю з моїх весняних юних днів. Сумує серце моє порою, в устах моїх чужий вже мені зробився, о Боже мій, зі мною будь, бо слабнуть сили, і я втомився, а ще далека моя путь. Але я й далі йду за тобою, сердито шумить порою. Я не боюсь, бо ти Бог мій. Нехай сердито шумить порою. Я не боюсь, бо ти Бог мені зручніше проповідувати російською мовою, і ваш пастор мені це дозволив зробити, і я вас прошу пробачення, хто не розуміє російську мову, перекладіть, будь ласка, один одному, бо я взяв сьогодні російську Біблію. Якби я знав, що треба на українській, я взяв би українську Біблію. Але на небі ми там всі друг друга зрозуміємо, якщо тут трошки не розуміємо. І так, тема моєї бесіди, або проповіді,
Это познание воли Божьей. И Писание говорит нам о том, чтобы мы, верующие люди, познавали, что есть воля Божия. И в этой беседе я хотел бы обратить внимание на волю нашу, человеческую, на волю сатаны и на волю Бога. И в чем заключается воля сатаны, человека и Бога? В чем заключается воля Божия в отношении Его детей? И также рассмотреть такую практическую сторону воли Божией, что нам делать или как поступать, какие решения принимать, когда в Библии нет ясного объяснения, нет ясного слова в какой-то конкретной ситуации. Ну, вы знаете, что Господь нас сотворил свободными. И ангелов тоже Он сотворил свободными, то есть есть воля. Почему третья часть ангелов, падших ангелов, последовали за сатаной? Потому что Бог их сотворил свободными, то есть с правом выбора. И однажды, когда произошла война на небе, то третья часть ангелов, они пошли вслед за Люцифером, и стали сегодня его слугами. И они имеют разное название. И вы знаете, что у сатаны есть его воля. Мы читаем во втором послании Тимофею 2:24. «Рабу же Господа не должно ссориться, но быть приветливым ко всем, учительным, незлобивым, с кротостью наставлять противников». Не даст ли им Бог покаяние к познанию истины, чтобы они освободились от сети дьявола, который уловил их в свою волю? Добро пожаловать в мир зла. Мы с вами живем в этом мире, где сатана уловил людей на три крючка. Сегодня все человечество находится или на одном крючке, или на двух, или на всех трех. Первый крючок, на который уловил сатана людей, это зависимости. Самые разные зависимости. Алкозависимость, наркозависимость, зависимость от сигарет, вот азартных игр и так далее. Люди сегодня очень легко попадают в эти зависимости. Зависимость от компьютера, когда приходит одна женщина в магазин и просит продавца: «Девушка, продайте, пожалуйста, мне духи с запахом компьютера». Та на нее посмотрела такими большими глазами, говорит: «Вы что, женщина, почему вы так просите?» Она говорит: «Я хочу хоть чем-нибудь привлечь своего мужа». Вторая зависимость, вернее, второй крючок, на котором находятся люди, это самые разные религии. Мы живем в мире, где очень много религий, вероисповеданий. Мне сказали, что здесь вот только в Сакраменто более 500 церквей, разных церквей. А если взять этот мир, то, не знаю, тысячи и тысячи разных церквей, деноминаций, направлений. И людям сегодня прийти к Богу не так легко, потому что они встречаются с лже-религиями, лже-церквами, лже-пророками и прочее. Я пастор молодой церкви, миссионерской церкви. Все люди в нашей церкви верующие в первом поколении, кроме меня и моей жены. И не так давно к нам пришла одна пара. Мы делали евангелизацию в одном ДК, сделали такой праздник семьи, приглашали семьи и делали семейную тематику. И вот одна пара пришли, и они остались в нашей церкви. И они говорят: мы 3 года ходили к мормонам.
Затем поняли, что что-то не то. Нам пришли свидетели Иеговы. Пригласили нас себе, мы к ним ходили 3 года, они к нам, мы к ним. Но понимали, что что-то не то. И, наконец, они пришли на наш семейный праздник, услышали Евангелие и остались в нашей церкви. Это как пример того, что сегодня вот мы в таком мире живем. И этот крючок, на этот крючок очень многие люди попались. Они имеют религию, но не имеют Иисуса Христа. И третий крючок, которым дьявол держит сегодня людей, это оккультизм. Я не знаю, как в Америке, но в Украине уже произошла оккультная революция. Практически почти все люди обращаются к сатане. Обращаются к бабкам, экстрасенсам, к гадалкам и так далее, к ясновидящим, к знахарям. А сатана... Он только и ждет, чтобы человек вошел с ним в контакт. И как только он вошел в контакт, сатана уже имеет влияние на человека. Мы работаем с семьями, с семьями неверующими. Вот однажды меня вызвали в одну семью, пригласили, позвали. И когда я захожу в дом, я обычно наблюдаю, что, какие книги, что в доме находится. Книги были все... которые назывались, имели название оккультизма, то есть знахарь, там гадание и прочее. И одна из книг называлась «Магия». Я спросил, что вам дает сатана? Говорю, вы, похоже, с ним дружите. И женщина мне рассказала, что ей дает сатана. Она говорит, вы знаете, я работаю реализатором на рынке. И вот я заклинание прочитаю из этого учебника. У меня торговля идет лучше, чем у всех. Все люди стоят, не могут продать овощи, а ко мне очередь. Толпа людей. И все именно ко мне. Дождь идет на улице, все порасходились, нет людей. А у меня под дождем люди, но стоят и покупают мой товар. Я говорю, а что у вас сатана забрал? Она говорит, он у меня забрал покой. Я не могу ночами спать. Ложусь, 12 часов ночи меня кто-то будет. 1 час ночи меня кто-то будет. Я только задремала, 2 часа ночи меня будет. 3 часа ночи я просыпаюсь. И так всю ночь. И так из недели за неделей, из месяца в месяц. Итак, я хотел показать, что у сатаны есть своя воля. Его воля... заключается в том, чтобы украсть, убить и погубить. И для этого он раскинул в этом мире 3 основных крючка – зависимости, разные религии и оккультизм. У нас, у людей тоже есть воля. Бог нас создал свободными. И когда наши прародители в Эдемском саду жили, наслаждались общением с Богом, все было хорошо, но однажды, наша праматерь Ева вступила в диалог с сатаной. Это было первый раз в ее жизни. Она еще не имела такого опыта общения со змеем, говорящим, с этим древним змеем. Естественно, он ее обманул, и она стала верить ему. И помните, да, первое, что сказал ей змей, нет, не умрете. Она сказала ему, мы умрем. Если вкусим плод, нет, не умрете. То есть, он ее обманул, она проявила непослушание, дала Адаму, и он ел этот запретный плод, и вот они, у них открылись глаза, и они отвернулись от Бога, то есть, потеряли, вернее, общение с Богом, и в результате мы с вами несем последствия грехопадения. То есть воля человека была направлена против Бога. А человек не послушал Бога. И сегодня так же само, вот каждый из нас, имея свободную волю, мы вправе или мы каждый раз стоим перед выбором.
быть послушными Богу или непослушными. И когда мы принимаем Господа Иисуса Христа, Он дает нам свой Дух, Дух Божий, Дух Иисуса Христа, Дух Святой, живет в наших сердцах, и между нашим Духом и Духом Божьим идет вот такая борьба. Кого мы будем слушать? Будем слушать Господа или же поступим по-своему? В чем же заключается воля Божия? Воля Божия, я так хотел выделить пять основных моментов, в чем заключается воля Божия для нас, верующих людей. Ну, во-первых, воля Божия заключается в том, чтобы спасти людей, чтобы люди были спасенными. Итак, написано в 1 Тимофею 2:3, который хочет, чтобы все люди спаслись и достигли познания истины. Бог хочет спасения человека. Часто к нам в церковь, как и к вам, обращаются люди за помощью, молитвенной поддержкой. И говорят, помолитесь, пожалуйста. Такой-то человек там находится в больнице, ему нужна помощь, чтобы Бог помог ему пройти хорошо операцию. Знаете, я как пастор, не зная людей, я прежде всего молюсь о том, чтобы Господь спас этого человека. Потому что здоровье – это хорошо, но если Бог исцелит его, и он опять пойдет грешным путем, это нехорошо. Наша молитва должна быть в соответствии с волей Божьей. То есть, другими словами, о чем я сейчас говорю, как нам быть с вами в центре воли Божьей? Чтобы быть в центре воли Божьей, нужно быть человеком спасенным. Я хотел бы обратить внимание на то, что у Бога нет внуков, у Него есть дети. И мы веруем в Господа и Спасителя личного, так как это уверовал однажды Фома. Он сказал, Господь мой и Бог мой. И чтобы этого Господа приобрести, нужно сделать три таких важных шага. Первое – это покаяться. Второй шаг – уверовать. И третий шаг – креститься. Покаяние. Покаяние – это поворот на 180 градусов. Очень хороший пример покаяния – это блудный сын. Он когда-то отвернулся от отца и пошел в чужую страну. Но, прожив там, растратив свое имение, он вдруг вспомнил. Вспомнил о том, что у отца люди, слуги живут лучше, чем он сейчас живет. И покаяние блудного сына затронуло три таких важных сферы. Во-первых, это его воля. Он сказал, встану и пойду, все, хватит, больше так жить не буду. Также покаяние затронуло его эмоции, его чувства. Он страдал, он переживал, он просто каялся в том, что он ушел от отца. И блудный сын, он принял решение, он пережил это, и он подготовил определенные слова, как он это будет делать. И у него была речь покаяния, он говорит, я скажу отцу, прими меня в число наемников твоих, я недостоин называться сыном твоим. Заметьте, что когда человек кается, это только начало. И Бог хочет, чтобы человек покаялся, но не только покаялся, но и веровал Господу, или ходил верою, пребывал в вере, доверял Богу. Вера – это упование на одного лишь Христа для обретения вечной жизни. До покаяния мы с вами на что-то полагались, на что-то уповали. Кто-то уповал на добрые дела –
кто-то на свои деньги. Это как-то к одному батюшке приходит один депутат, понимал, что что-то не то делает, и говорит: батюшка, хочу пожертвовать на храм 50 тысяч долларов. Вот, но у меня один вопрос. Если я пожертвую 50 тысяч долларов, я смогу попасть в Царство Небесное? Мне это как-то поможет? Батюшка говорит: сложная эта задача, раб Божий. Ну, давай попробуем. То есть люди уповают на батюшек, уповают на что-то человеческое. Но вера – это упование на Иисуса Христа, что меня не спасет ни батюшка, ни деньги, ни добрые дела, ни то, что я хороший человек, ни то, что я себя возьму в руки, а только Иисус Христос есть смысл и основание моей жизни, и Он есть мой Господь и Спаситель, и с верой в Него я пройду этот путь. И третий шаг – это крещение. Евангелие от Луки, 7 глава, если я не ошибаюсь, 30 стих, там говорится о том, что книжники и фарисеи отвергали волю Божию, не желая креститься от Него. Крещение – это воля Божья. Бог хочет, чтобы люди вступали в завет с Ним и принимали водное крещение. Итак, фарисеи и законники отвергли волю Божию о себе, не крестившись от Него. Итак, воля Божия в том, чтобы мы с вами были людьми спасенными. И спасение заключается в нашем покаянии, в нашей вере в Иисуса Христа и в завете с Ним, в крещении. Когда человек покаялся, следующее, в чем заключается воля Божия, как быть в центре воли Божией, это исполняться Святым Духом. Исполняться Святым Духом, апостол Павел, когда объясняет или повелевает эту мысль, что нужно делать верующим, послание Ефесянам 5 глава, он сравнивает это состояние с состоянием алкогольного опьянения. Он как бы не то что сравнивает, но противопоставляет это состояние. Он говорит: не упивайтесь вином, Ефесянам 5, 18, от которого бывает распутство, но исполняйтесь Духом. Когда человек находится в зависимости, алкогольной зависимости, он находится под контролем алкоголя. И может быть кто-то из вас был в такой зависимости или видел людей, как они себя ведут. Они часто делают то, что когда они трезвые, говорят: а не может быть, но неужели я это мог сделать? 3,5 года я нес служение в зоне строгого режима в городе Торезе, Донецкая область. Вот, постоянно, каждое воскресенье к ним приезжал, проповедовал, общался с этими ребятами. Я спрашивал, за что сидите, и многие из них рассказывали, что сам не знаю, как я сюда попал. Компания, друзья, выпивка, что-то натворил, а потом оказался здесь. Но исполняться Святым Духом – это не значит что-то делать странное. Это не значит чудить или что-то вытворять. Исполняться Святым Духом – это быть под контролем Святого Духа. Это значит, моя воля, она подчиняется воле Божьей. И исполняться Святым Духом включает в себя таких три важных вещи. Первое – не оскорблять Святого Духа Божьего нашими грехами. Когда мы грешим, когда мы делаем что-то не по воле Божьей, мы оскорбляем Духа Божия. Исполняться Святым Духом – это значит не угашать Святого Духа. Часто нас Дух Святой к чему-то побуждает. Ну, например, мы слышим нужду, что есть кто-то больной, его нужно посетить. И кого-то из нас Дух Святой побуждает: слушай, позвони ему, или поедь, посети его. А может, у кого-то там на Украине есть неверующие родственники, и Дух Святой побуждает: слушай, вот тот человек, твой родственник, ему надо о Христе напомнить. А ну, или кого-то попроси, чтобы там к нему пришли, или сам позвони, или напиши письмо. Или какая-то нужда материальная, приезжает какой-то миссионер или человек и говорит о том, что вот
есть нужда, и Дух Святой побуждает. Ну, пожертвуй там 20 или 10 долларов. Вот. А наша воля вступает в диалог с волей Божией. Мы говорим, ну как я вот это буду там, письма писать или звонить, это дорого, может быть. Вот. Или как я буду жертвовать, у меня еще есть кредит, мне нужно выплачивать. И мы торгуемся, мы решаем, мы думаем, как же поступить. И потом, когда приняли свое решение, решение в нашу пользу, потом узнаем, что наш сосед или наш земляк умер, так ему никто о Христе не рассказал, или наш родственник. И мы говорим, ой, почему же я это раньше не сделал? То есть Духа Святого не нужно угашать. Если Он нас к чему-то побуждает, вот это и есть исполнение Святым Духом. Он нас побуждает, мы слушаем Его голос и делаем то, что, к чему Он нас побуждает. И третье, что значит исполняться Святым Духом, это означает поступать по Духу. Это повеление, повеление Божие через апостола Павла. Поступайте по Духу, и вы не будете исполнять вожделение плоти. Поступать по Духу, это значит делать правильное решение. Решение согласно воле Божьей, согласно Священного Писания. Итак, исполняться Святым Духом – это быть в зависимости от Святого Духа. Это означает не грешить, не оскорблять Духа Божия нашими грехами, нашим языком. Помните, там перечисляется и раздражение, и гнев, и крик, вот, и злоречие со всякой злобою, да будут удалены от вас. Это значит не угашать Святого Духа и поступать по Духу. Следующее, как быть в центре воли Божьей, это идти путем освящения. Первое Фессалоникийцам, 2 глава, написано, 3 стих, следующие слова. 1 Фессалоникийцам 4:3. Ибо воля Божия есть освящение ваше. Слово освящение, оно имеет один и тот же корень со словом священник. А слово священник означает отделенный. Священники – это были отделенные люди из народа для служения Богу в храме или при скинии собрания. И мы с вами тоже есть священники. Священники, которых Бог взял в этом мире и отделил из этого мира и сделал нас царственным священством. Мы есть цари и священник Богу. И для этого Господь говорит, я хочу, чтобы вы освящались. Слово «освящаться» означает становиться лучше, меняться, быть похожим на Иисуса Христа. Как я сказал, что у нас церковь состоит из людей в первом поколении, и вот недавно на домашней группе мы общались, и просто общались на тему, что Бог делает в нашей жизни. И одна сестричка говорит, вы знаете, сейчас у меня такой процесс, такая ломка идет. Меня Бог так меняет, а мне так больно. Я могу часами плакать, я могу осознавать, что я не такова. Я понимаю свои слабые места, свою греховность. Иду в церковь, Бог мне через проповедь обличает. Молюсь, плачу и так далее. У меня сейчас процесс, очень большая ломка идет. И слава Богу. Это показывает о том, что человек находится в центре воли Божьей, что действительно мы очень сильно изуродованы грехом. Грех нас очень сильно испортил. А Господь изменяет нас, изменяет наш характер. Но для этого нужно, конечно, признать, что я негодный человек, как Исаия. Горе мне, погиб я. Я человек с нечистыми устами. Бог тогда нас будет изменять, когда мы будем понимать, что в этом, и в этом, и в этом я не прав. Друзья, это целые темы такие, но я вот как бы самое главное хотел сказать, что это возможно, что это то, что если с человеком с нами происходят такие вещи, когда у нас есть ломка, мы понимаем свою греховность, мы понимаем, что есть еще к чему стремиться, Бог делает чудеса.
Как-то одна пара пришли в ресторан. Вот, ну, это еще было в те времена, когда, знаете, помните, может, чернильницы стояли вот на столах, там чернила было, такое интересное перо. Вот, и там как-то вот клякса такая была большая, эта чернила опрокинулась. Вот, и молодой человек, который пришел в это кафе или столовую, вот, чтобы там посидеть, покушать, он спросил разрешения, можно ли немножко дальше использовать это полотно. Ему разрешили, он взял перо и из этой кляксы нарисовал красивую картину. Изменил ее, хороший образ. И вот что-то похожее с нами происходит. Придя к Богу, мы являемся какой-то кляксой. Ты смотришь на нас и думаешь, ну неужели с него получится что-то хорошее? А Бог делает чудеса. И это есть очень много свидетельств и в вашей церкви, и в жизни Церкви Христовой. Следующее. А в чем заключается воля Божия? В том, чтобы мы непрестанно молились. Были людьми молитвы и имели общение с Богом. 1 Фессалоникийцам 5:17 написано: «Непрестанно молитесь». Ну, невозможно все время стоять на коленях или молиться Богу. Вот, но иметь общение с Богом постоянно возможно. Как-то один брат закончил семинарию, вот, в Киеве. Семинария была чисто такая вот наша, баптистская. И вот, когда он приехал после семинарии, у нас с ним был разговор. Он говорит: слушай, ты где учишься? Ну, я сказал, где я учусь, в какой семинарии. Он говорит: так у вас же там американцы преподают. Я говорю: ну да, и американцы, и не только американцы. Вот, так они же сидя молятся. Я говорю: ну да, вообще есть такая у них особенность, бывает, что они сидя молятся. Но это же ведь неправильно. Я говорю: ну да, может и неправильно, но ты знаешь, когда я еду в машине, я очень часто молюсь, сидя, не встаю, не получается там встать никак. Но Бог меня слышит. Вот сколько я езжу, помолился, и Господь меня хранит от аварий. И вот, слава Богу, вижу, что Бог со мной. Поэтому, братья и сестры, не так важно, вот сидя ты едешь, молишься, или ты на коленях, или стоя. Важно, чтобы мы всегда общались с Господом, чтобы были вот на связи. Знаете, вот как радио бывает, включаешь и крутишь настройку, и там есть разная волна. Вот там BBC, Московское радио и так далее. И ты там радио Эра. Вот, не знаю, какие у вас тут волны. И вот люди настраивают. Ага, это не моя волна, это не моя, это не моя. А, вот это вот радиомелодия, это моя волна. Так вот, наша душа, она тоже настраивается. Ее можно настроить на разную волну. Вот, есть там волна, опыт человеческий. Вот, я уже опытный, я все знаю. Или знания человеческие. О, да я такой грамотный, да умнее меня никого нет. Человек настроился на эту волну и думает о себе очень много. Вот. Ну и другие волны, да. А есть волна общения с Богом. Господи, что ты мне скажешь? Вот что ты мне сегодня скажешь? Или открываем Писание. Говори, Господи, ибо слушает раб твой. И мы настраиваем свое сердце на эту волну. Вот если мы все время вот на этой волне, мы находимся тогда в центре воли Божьей. И последнее, друзья, пятое, это то, чтобы воля Божья заключается в том, чтобы мы были людьми благодарными. Так написано 1 Фессалоникийцам 5:18: «За все благодарить, ибо такова о вас воля Божья во Христе Иисусе Господе нашем». Благодарить за хорошее понятно, когда есть все, вот, пища, одежда, крыша над головой, конечно, можно благодарить. Но как благодарить, когда... Ну, когда, например, проблемы есть. Ну, я рад, что здесь, в Америке, вы живете, Господь вам дает пищу, хлеб насущный, все необходимое. Но вы знаете, как живут люди на Украине. Богатые богатеют, бедные беднеют. И богатые не заботятся о бедных. И то, что мы имеем Майдан сегодня в Киеве, это результат политики нашего государства, нашей партии и правительства. И вот я вспоминаю такие случаи, когда у людей нечего кушать. Вот одна, например, сестричка рассказывала такой пример. Она говорит: мы, ну, что было, поели,
Вот, я говорю, дети, давайте помолимся. Она была без мужа, вдовой осталась. Дети, давайте помолимся и поблагодарим Бога за то, что у нас закончились продукты. Ну, дети так как-то посмотрели на маму странно. Как это, за это можно благодарить Бога? Вот, и мы все помолились, я их учу молиться, дети еще такие, что поддаются воспитанию, влиянию, вот. И мы закончили молиться, и через полчаса приезжает один брат и привозит нам сетку продуктов. Господь ответил на нашу нужду. А бывают другие ситуации, не только связанные с продуктами, но с нашей жизнью духовной. Помню такую ситуацию, когда я нес служение в Донецком христианском университете. И вот в комнатах жило по несколько человек. И так получилось, что в одной комнате жил брат разговорчивый и неразговорчивый. И там еще третий жил, да. Но вот этот разговорчивый, он очень, как говорят, у нас есть такое слово, доставал неразговорчивого. И все время с ним о чем-то говорил. А я нес ответственность за студентов, был студенческим деканом. И приходит ко мне этот брат неразговорчивый и говорит, просто чуть ли не плачет, все, я больше жить в этой комнате не могу. Пожалуйста, пересели меня в другую комнату. Поменяй меня с кем-нибудь. Больше я жить с этим братом не могу в одной комнате. Он все время меня о чем-то спрашивает, он о чем-то говорит. Я ему уже говорил 100 раз, не спрашивай меня, не говори, молчи. А он не молчит. Я понял, что проблема не в брате, проблема в этом студенте неразговорчивом. Я говорю, брат мой, первое, что мы сейчас сделаем, мы поблагодарим Бога за то, что в твоей комнате живет такой замечательный разговорчивый брат. Что? Разве за это благодарят? Разве так правильно? Говорю, это правильно. Давай помолимся. Нет, я не буду молиться. Говорю, а я буду. А я за тебя помолюсь. Я помолился, поблагодарил Бога за такую ситуацию. Говорю, а теперь следующий совет. Вот ты сейчас иди в свою комнату и найди время вечерком, пригласи этого брата на чашку чая. Скажи, братишка, давай с тобой чаек попьем. Вот. И потом придешь мне и расскажешь, чем этот разговор закончился. Ну, вы знаете, на следующий день приходит, говорит, слушай, не надо мне переселять, все нормально, чай попили, пообщались хорошо, друг друга поняли. Как-то я стал его понимать, он меня понимать, все нормально. Ну, слава Богу. Бывают такие неудобные братья и сестры в церкви, мы их иногда тоже не можем понять, принять, вот почему он такой, как он так говорит или так ведет себя. Поэтому, братья и сестры, воля Божия есть та, чтобы мы благодарили Бога и за таких братьев неудобных, за сестер, которые есть, вот, которых мы, может, не совсем понимаем. Но если мы начнем за это благодарить Бога, Господь начнет изменять наши сердца. Итак, я говорил о том, что есть у сатаны воля Божья, есть наша воля, есть Божья воля. И нам нужно с вами находиться в центре воли Божьей. Что это значит? Это значит, нужно быть человеком спасенным, покаяться, уверовать, быть в завете с Господом. Это значит быть в зависимости от Господа. Вот так, как вот дети, например, они зависимы от родителей. Если чуть что, да, папа, мама, помоги, дай, поддержи. Вот так и мы должны помнить, что без Господа никуда, без Его зависимости. Мы, если уйдем и станем самозависимы, или, как бы сказать, независимы от Бога, мы начинаем страдать от этого. Дальше, чтобы быть в центре воли Божьей, нужно изменяться, становиться лучше, быть похожим на Иисуса Христа, а для этого нужно признавать свои ошибки, непрестанно молиться, быть в общении с Богом, настраивать свое сердце на то, что Бог мне скажет, и, конечно же, быть человеком благодарным, благодарить Бога за все. Но вы знаете, что в Библии часто нет ответов на все жизненные вопросы. Хотя,
кто-то считает, что есть ответы, но я считаю, что нет в Библии ответов на все вопросы. Ну, например, мы с вами не знаем ответа, во всяком случае, я не знаю ответа на такой вопрос: переезжать мне жить в Америку или не переезжать? Ну, может, вы услышали ответ на этот вопрос, может, даже кто-то из вас и в Библии нашел такой ответ. Вот, но ситуаций в жизни очень много. Вот поменять мне церковь или нет? Я знаю, что у вас церкви наполняются в основном за счет миграции. Церковь, в которой я тружусь, в основном наполняется за счет неверующих людей из мира. И вот вопрос. Правильно ли будет мне уйти из церкви? И, ну, в смысле, перейти в другую. Правильно ли будет мне поступить учиться в какое-то учебное заведение? Имеется в виду в духовное учебное заведение, или даже не обязательно в духовное. Даже я слышал такие истории, когда люди покупали там пальто или шубу себе, и потом говорили: ой, я не знаю, это воля Божья или нет, надо вопросить Господа, вот, купить мне это пальто или другое пальто. И много разных ситуаций. Поэтому я хотел бы дать несколько таких практических советов о том, как узнавать волю Божью в тех вопросах, где, ну, нет такого четкого повеления, как нам дальше жить. Ну, например, в свое время Господь мне дал сильное желание учиться. Я учился в Донецком христианском университете, закончил программу бакалавра богословия. И когда я заканчивал университет, я не знал, где служить Богу лучше. И я молился очень много, и были предложения разные. И возвратиться в свою церковь, и остаться в христианском университете, и ехать на миссионерские поля. Вот. И много-много было разных возможностей. Было бы намного легче подойти в почтовый ящик студента и достать оттуда письмо от Господа, чтобы Господь ясно написал: Александр, едь в такую-то церковь. Вот. И все понятно. Но когда я подошел к почтовому ящику, от Господа письма не было. Я молился, я думал, страдал с этим вопросом, вот, искал ответ. Поэтому, друзья, когда есть вот такие вопросы, когда не знаешь, как поступить, и даже вопрос спутника жизни, выбор спутника жизни, вот это тоже серьезный вопрос. Я когда преподаю семейную жизнь, рассказываю молодым людям, что нужно задавать серьезные вопросы. Есть 10 вопросов, которые нужно задать, прежде чем принять решение, жениться, не жениться, выйти замуж, не выйти замуж. Поэтому первое, что нужно сделать, это постараться найти ответ в Библии. Ну, например, переходить мне в другую церковь или не переходить? Если вы прочитаете всю Библию, там нет ответа прямого на этот вопрос. Есть только ясное, конкретное повеление: не оставляйте собраний ваших. То есть будьте в церкви, будьте в общении. Стремитесь к общению, ищите служение Богу. И, к сожалению, на многие вопросы мы в Библии ответ не найдем. Но на некоторые найдем. Например, жениться мне или не жениться? Да Бог давно сказал, что нехорошо человеку быть одному. Конечно же, жениться, если не имеешь дара безбрачия. Но тогда вопрос возникает: на ком жениться? Писание отвечает на этот вопрос: можешь жениться, но только в Господе. Но не написано, на какой сестре конкретно жениться, или какой сестре за какого брата выйти замуж. Но нету ответа в Библии на этот вопрос. Поэтому Библия как-то дает направление нам. Например, в свое время, когда я стоял перед выбором, остаться мне в церкви или же избрать христианское образование,
Ну, Бог мне ответил через Деяния апостолов, там есть такой стих, училище некого тирана. Думаю, что за училище? Какое-то было училище, там Павел преподавал, по-моему, в этом училище. Не знаю, думаю, глянь, в Библии есть и училище. Вот, и там книга пророка, у Елисея были пророки и пророческая школа, думаю, значит, ну, нормально, если в какую-то школу пойдешь, поучишься. Но в какую? А в этом вопросе Бог дает нам полную свободу. В какую школу пойти учиться? Когда приезжаешь в Америку, в какую церковь ты будешь ходить? Ты сам выбери. И вот следующий шаг, это, он звучит так, советы. Чтобы принять правильное решение, нам нужно, друзья, с вами хорошо посоветоваться. Ну, Господь в Писании очень ясно сказал. В притчах Соломона есть такие слова. При совете дела устрояются. При множестве совещаний веди войну. Помните Раваама, когда он стал царем, он тоже посоветовался. Вот как же ему вести дело, как ему дальше, каким царем ему быть. Посоветовался с молодыми. Молодые говорят, наложи еще большее бремя на этот народ, вот, чтобы они почувствовали, что ты действительно настоящий царь, что у тебя железная рука. Посоветовался со старшими людьми, те говорят, да нет, ты немножко ослаб это бремя налогов там и прочее, вот, чтобы люди тебя больше уважали. И он послушался совета молодых. И мы с вами, когда советуемся, то же самое, есть разные советы, и молодые люди советуют, и старые, и мы стоим перед выбором. Ну, что я могу посоветовать в этом случае? Советуйтесь с теми людьми, которые уже прошли определенный путь, имеют определенный опыт. Ну, например, если вы хотите жениться и не знаете, как это правильно сделать, то посоветуйтесь с теми людьми, кто уже прошел этот путь, кто уже женился. И женился, конечно же, успешно, создал хорошую семью. Вы можете посоветоваться с человеком, у которого брак разрушен, у которого, может быть, уже две жены было, или три. И он вам тоже что-то посоветует. Но он посоветует, конечно же, со своего печального опыта. И вам нужно принять правильное решение, кого лучше послушать. И здесь уже Бог дает вам мудрость в этом вопросе. Вы знаете, что есть советники, и у президентов есть советники, и у царей. А вот иногда мы люди, верующие люди, не советуемся. Я помню одного братишку из нашей церкви, новообращенный брат, несколько лет верующий, женился. Ну, там такая ситуация, что немножко жена им командовала, управляла. И вдруг я вижу, брат пропал, нету его в церкви. Странно. Я начинаю ему звонить, где-то месяц вижу, нет церкви. Звоню ему, оказывается, он говорит, я уже миссионер в Одессе. Я говорю, брат, а кто тебя отправлял в Одессу миссионером? Да вот тут вот мы с женой, там еще у нас тут есть друзья, вот они сказали, что в Одессе нужны миссионеры, и мы тут решили уже поехать. Ну, Александр, ну мы не на совсем, но мы на какое-то время здесь остановимся. Я ему задаю вопрос, и слушай, а у тебя есть там где жить? Ну, мы тут сняли квартиру. Хорошо, а какая церковь или какая миссия тебя поддерживает? Да пока нет у меня никаких спонсоров. Вот, я думаю, что мы тут как-то будем где-то еще и подрабатывать, и зарабатывать. Я выслушал это, думаю, какие странные решения люди принимают. Я говорю, брат, ну я за тебя помолюсь, а ты там хорошо посмотри, что в Одессе происходит, и принимай правильное решение. Через время он приезжает, говорит, ой, какую я ошибку допустил, куда я поехал? С квартирой не ладится, деньги не могу заработать. Я говорю, слушай, брат, я тебя понимаю,
Мы на ошибках все учимся. Но в следующий раз, когда ты захочешь быть миссионером, где бы ты ни был, ты прежде всего приди в церковь и скажи: брать, сестры, у меня есть побуждение трудиться с неверующими. Скажи об этом церкви, чтобы за тебя помолились, чтобы тебе собрали какую-то поддержку, чтобы хотя бы на первый месяц или два месяца у тебя было на самое необходимое. И слава Богу, брат прислушался. Вот, уже в следующий раз, когда он уезжал от нас, он уже понял, что надо делать это правильно. Поэтому, братья и сестры, советуйтесь. Советуйтесь, больше спрашивайте. Вы знаете, есть такое выражение: спрос не ударит в нос. Поговорите с теми людьми, если вы хотите перейти в другую церковь. Поговорите с людьми из той церкви, почему они туда перешли. Вот. Или наоборот, вы хотите, чтобы люди в вашу церковь больше пришли. Посоветуйте им, скажите: слушайте, ну наша церковь, она уникальная, есть там в ней то-то и то-то. Если ты будешь ходить сюда, вот, ты духовно возрастешь или еще что-то. И дайте людям хорошие советы. Четвертое, вернее третье, что нужно сделать в таких ситуациях, когда не знаешь, как поступить, это смотреть на обстоятельства. Бывает так, что вроде бы и советы правильные, и Бог не против. И в Библии Бог говорит, что вот если ты сделаешь так, не согрешишь. И мы смотрим на обстоятельства, как они складываются. Помните, Соломон говорит: во всех путях твоих познавай его. То есть, когда вот в любом деле, что бы мы ни делали, есть две стороны. Есть человеческая сторона, есть Божья сторона. Это как две стороны медали, две стороны монеты. Павел говорит: говорю по рассуждению человеческому. То есть, вот это моя сторона человеческая. А в другом месте говорит: а я от самого Господа принял то, что и вам передал. А здесь уже Господь говорит. То есть, когда мы принимаем какие-то решения или стоим перед выбором, нужно посмотреть: Господи, а где же ты здесь? Ты здесь есть вот в этой ситуации? Познать Господа в этих путях. И, конечно, Бог действует и через обстоятельства. Он посылает нам такие обстоятельства, чтобы мы ясно его видели. Есть такое выражение вот в русском языке: все идет как по маслу. Когда мы что-то делаем, и Господь благословляет, то оно идет как по маслу. Смотришь, ну, решили вы приехать в Америку. Говорят, вот если статус беженца дадут, тогда, конечно же, поедем. Это что? Это обстоятельства. Это значит, Бог в этом присутствует, в этих решениях. И вы приезжаете в Америку, здесь еще вам и продукты дали, и возможность учиться и так далее. Кому-то дали жилье там льготное. Это обстоятельства. Один брат, который вот выбирал себе невесту, говорит: я когда ездил к своей невесте на мотоцикле, вот тогда еще машин не было много раньше, он говорит: вот сколько я к ней ездил на свидание, там что-то километров 50 в одну сторону и назад, ни разу не поломался. Вот я в этом увидел, что Господь меня в этом благословляет, что это та невеста, которую надо, на которой надо жениться. А вот к другой ездил, все время мотоцикл ломался. Вот. Я только успевал его ремонтировать. И вижу, что что-то не то, вот не клеится. Ну, так Бог, так Господь дал возможность, вернее, такой взгляд у брата был на эти вещи. Поэтому, когда мы действуем, Бог содействует. Особенно, если это очень благие цели, когда мы хотим распространять Царство Божие, вот где-то быть миссионерами или участвовать в каком-то служении миссионерском, или вот всегда видим, как Господь в этом действует. И я когда поступал учиться, я помню, у меня тоже были такие обстоятельства, ну, непростые. Вот у меня уже было двое детей. Затем у меня не было денег на учебу. Вот мне нужно было оставить церковь на какое-то время, поехать на учебу. Но я молился, я понимал, что Бог меня к этому призывает,
Я советовался, мне одни люди советовали едь, другие не едь. Я больше слушал тех, кто говорит едь учиться. И когда я сделал шаг веры, поехал учиться, Бог на моем пути послал одну женщину. Даже я ее не знал. Я ее лично не знал. Но один брат поехал в Германию. Он был немец по национальности. И он там рассказывал, что в нашей церкви есть один брат. Его зовут Саша. У него двое детей. Он хочет учиться. А у него нет денег. И эта сестричка через этого брата передает мне 500 немецких марок. Я вижу, что Бог благословляет. Бог даже дает на самое необходимое, на то, чтобы я ехал и учился. Поэтому смотрите на действование Божие, смотрите на руку Божию, как Он действует, поддерживает ваши решения, благословляет, или же наоборот, все рушится и ничего не получается. И последний шаг, или что нужно сделать, когда не знаешь, когда нет ясности, это послушать свое сердце. Знаете, есть такое место, первое послание Иоанна, 1 Иоанна, 3 глава, 20 стих. «Ибо если сердце наше осуждает нас, то коль ми паче Бог». Бог дал нам внутри, в нас, вот есть какой-то внутренний голос. И этот внутренний голос, он с нами разговаривает. Правда, бывает, что мы его не слышим, мы его заглушаем. Вот, это уже другой вопрос. Но когда он говорит, нужно его послушать. Бывает так, что Библия не против, Бог не против. Люди советуют тебе со всех сторон. Обстоятельства вроде бы в твою пользу. А сердце говорит, не делай этого. Вспоминаю одну историю, когда я уже закончил христианский университет и работал со студентами, и мы приняли одного студента на учебу. Он был миссионер, работал во Владивостоке миссионером, у него было трое детей. Ну, вы знаете, в те 90-е годы многие братья поехали на миссию, не имели образования духовного, и они хотели получить образование спустя какое-то время служения. И этот брат захотел учиться. А Господь дал воспитать ему замену. Был брат, на которого можно было оставить новую небольшую миссионерскую церковь. Затем ему Господь послал финансы, чтобы он мог перелететь с Владивостока в Украину. В Донецком христианском университете его принимают число студентов. Дают ему двухкомнатную квартиру для его жены и трое детей. Приходит начало учебы, а он не приезжает. Мы ему пишем письмо, тишина. Ну, через некоторое время он приехал. Ну, звонили ему, не могли дозвониться, потом написали письмо. И он ответил через время, говорит, я приеду и все объясню. И вот, когда он приехал, я пригласил его к себе в дом, на чашку чая, говорю, пойдем, пообщаемся. Говорю, расскажи, почему ты так поступил? И он мне рассказывает, что все шло хорошо, все шло по маслу, как по маслу. Но, когда я услышал, что меня зачислили в число студентов, я ехал домой, и в моем сердце были колебания. А вдруг я что-то место занимаю чужое? А вдруг это не мое место? А может, не стоит мне здесь учиться? А есть ли воля Божия, чтобы я здесь учился? И вот всякие мысли, хоть я ехал с этим раздвоенным сердцем, и приехал домой, то же самое состояние, раздвоенное сердце. И когда уже время ехать на учебу, а у меня раздвоенное сердце, я не могу, я слышу вот в сердце что-то не то, ну, и я принял решение никуда не ехать. Я принял решение остаться в своем селе и буду дальше здесь как-то свою жизнь устраивать. Поэтому я приехал забрать свои вещи, которые я здесь оставил. Я говорю, ну что, брат, раз так, значит так. Я думаю, что это лучший вариант, что ты сейчас, что ты так поступил. И я представил этого брата, если бы он приехал с женой и с тремя детьми, начал учиться,
И во время учебы это раздвоенное сердце его, так сказать, растерзало бы или раздвоилось бы дальше. И он бы был не уверен, надо ему это, не надо. Но уже сорвал семью, детей, тут надо их и учить и так далее. И таких ситуаций бывает очень много. Вроде все нормально, все хорошо, но сердце подсказывает, нет, это не твое. В вопросе выбора спутника жизни то же самое, нужно послушать свое сердце. Особенно у некоторых родителей сердце очень сильно там аж бьется, переживает. Нет, это не тот человек. Обычно молодые люди, они, когда ослеплены любовью, они не слушают свое сердце, они говорят, самый лучший человек, которого я встретил или встретил в жизни. Вот. Но нужно, конечно, прислушиваться сердцем. Поэтому, друзья, у Бога есть своя воля. Он хочет, чтобы мы были в центре Его воли, понимали, что это очень важно, знали, что у нас есть и своя воля, и понимали, что мы люди часто своевольные, вот, хотим больше по-своему жить, поступать, как-то строить свою жизнь. Но если мы будем в центре Божьей воли, мы, конечно, прославим Господа своей жизнью. И я говорил, что это значит. И последнее, что на трудные вопросы жизни у Господа тоже есть для нас воля. Как ее узнать? Конечно, посмотреть в Библию ответ на этот вопрос, советоваться с разными людьми, постараться найти мудрый совет. Помните, с Ахитофела написано, что вот такого человека на земле не было. Он был самый мудрейший человек на земле. Смотреть на обстоятельства, как Бог ведет, и, конечно же, слушать свое сердце. Пусть Господь благословит вас, вашу церковь, быть в центре Божьей воли. Аминь. Давайте помолимся. Если кто-то желает, молитесь, и я помолюсь в конце. Господи, я очень благодарен Тебе за то, что у Тебя Твоя воля есть и остается в том, чтобы спасти каждого человека. Плюс Тебя спасение очень многих людей здесь, в Америке, в Украине, в других странах. Действует в нас, из нас, чтобы царство распространялось по всей земле. Господь, Тебе очень сегодня дальше быть. Смеялись, похожи на Тебя. Голос.
тобі благодарний. Благослови нас в тих трудних вопросах в житті. Спасибо, як нам поступити, ми не знаємо. Правильне рішення. Видеть тебя в обстоятельствах. Я ще раз благодарен за церкву твою. Чтобы царство сердца. Тебе за всю славу на Богу. Аминь. Да, могу. Загальним співом 445. О Ісус, достойний ти слави й честі на землі, слави й честі на землі. І приспів «Збережи у світі нас». Встанемо для співу. Ісус достойний ти, слави честі на землі, слави честі на землі від нас. І від серця повноти ми співаємо тобі, буде всюди славити тебе. Збережи в світі нас, збережи в світі нас, де з тобою пробуваю, де з тобою утішаєш духом нас, духом правди утішаєш нас. Збережи в світі нас, збережи в світі нас, де з тобою пробуває, де з тобою пробуває. Підкріпляй нас кожний час, підкріпляй нас кожний час, щоб тебе ж прославляли, щоб тебе. Життя нам дарував, світлом правди осіяв, мир небесний у серця послав. Кров свою за нас пролив, наші всі гріхи простив, наші всі гріхи ти нам простив. Збережи в світі нас, збережи в світі нас, дай з тобою Вы уже слышали о том, что у дьявола есть цель – украсть, убить и погубить. У нашего Господа Иисуса Христа тоже есть цель. Он сказал: «Я пришел взыскать и спасти погибшее». У апостола Павла была цель. Он говорит так: «Я стремлюсь к цели, к почести вышнего звания Божия во Христе Иисусе». Я думаю, у каждого из нас тоже есть цели. И цели есть, касающиеся земной жизни и духовной жизни – и я хочу спеть песню о целях, о том, для чего мы живем на этой земле. И когда я услышал первый раз эту песню, она попала мне прямо в сердце. Я ее очень часто пою и хочу, по слову Божию, для назидания спеть. Избрал, оправдал, прославил меня. Не хочу
Я больше жить для себя. Ни машин манящий блеск, ни домов уютных свет не заменит Господь твоей любви. Ни машин манящий блеск, ни домов уютных свет не заменит Господь твоей любви. Я очень хочу прославить Христа, жизнью своей прославить Христа, сердцем своим прославить Христа. Я очень хочу прославить Христа, жизнью своей прославить Христа, сердцем своим прославить Христа. Ты вложил в мое сердце мечту рассказать о твоей любви, чтобы вместе прославить имя Христа на земле. Сто раз падал, ты держал, терпеливо, верно ждал, утешая, нежно груди прижимал. Сто раз падал, ты держал, терпеливо, верно ждал, утешая, нежно груди прижимал. Я очень хочу прославить Христа, жизнью своей прославить Христа, сердцем своим прославить Христа. Я очень хочу прославить Христа, жизнью своей прославить Христа, сердцем своим прославить Христа. Ни уставы, ни табу пусть не правят над людьми, только милость, только вера, только любовь. Научиться бы молчать, тихо Бога прославлять, не словами, а жизнью своей. Научиться бы молчать, тихо Бога прославлять, не словами, а жизнью своей. Я очень хочу прославить Христа, жизнью своей прославить Христа, сердцем своим прославить Христа. Я очень хочу прославить Христа, жизнью своей прославить Христа, сердцем своим прославить Христа, смертью своей прославить Христа. Слава Богу. Дякуємо, брат Олександр. 16 лютого він буде в нас на ранішньому зібранні, буде говорити про сімейні відносини на ранішньому зібранні. Наступне наше служіння буде в неділю о 10 годині ранку, о 6 годині вечора. На ранішньому зібранні в нас буде членське зібрання. Так що я прошу, будь ласка, сплануйте свій час. Перша частина буде коротшою. І в нас буде членське зібрання. В суботу я вже об'являв на вечірньому зібранні. Будь ласка, брати, потрібна допомога. Хто вільний, ми просимо на 9 годин ранку. Діакона, будь ласка, члени братерської ради і всі, хто мають можливість, о 9 годині ранку. У нас є деяка робота, яку ми повинні закінчити, так що я вас прошу. Сестра Мирослава Борсук дзвонила і дякувала, що ми молимося за неї. Якщо Господь продовжує життя, все буде нормально, і десь через декілька днів повинні вже відпустити додому. Ось така заключна наша молитва. Помолимося нашому Господу. Дякуємо тобі ще раз, Господь, що ти нагадуєш нам, яка воля твоя. І як оприділитися, Господи, коли ти промовляєш до нас, чи ми рішаємо якісь питання, щоб ми, Господи,
чули голос твій, коли ти говориш до нас, і які обставини, яке становище до тебе інколи притупляє наше вухо для того, щоб чути голос Божий. Я дякую тобі, що сьогодні ми почули твій голос і прийшли в дій молитви для того, щоб поклонитись тобі, для того, щоб прославити тебе. І я переконаний, що ти до багатьох говорив, але, Господи, вони не послухалися твого голосу. Ми вибрали благу частину, яку провели біля слова твого. Поможи нам пам'ятати це, виконувати у повсякденному житті. Прошу і молю тебе, і дякую тобі за благополучну операцію сестри Миросі. Укріпи її, Господи, фізично, духовно, і допоможи їй повернутися до повноцінного життя. Молюсь також і за Олю Дашкевич, щоб ти її укріпив, Господи, і в цьому і послав всі свої благословення. Може, є в домі молитви, є душі, які мають нужду, але вони про неї не говорили, не сказали, Господи, ти бачиш серце, ти бачиш інколи, що ми говоримо самі до себе, і ти чуєш це. Поможи, Господи, і благослови кожну душу, яка прийшла в дім молитви. Пошли в усьому твою охорону, і на кінець цієї трудової неділі будь для нас благословенням і будь для нас охороною. Молимося за наших місіонерів, які звершують служіння, особливо молимося за оздоровлення сестри Лесі. Молимося за Ізраїль, Господь милосердний, за твій народ. І ти сказав, що ті, хто благословляють Іакова, вони будуть благословені. І ми, Господи, молились, і ти послав нам великі-великі благословіння в минулому році. І поможи нам завжди пам'ятати про цей народ, як народ, який дав Месію світові і нам, особистого Спасителя. Прошу і молю тебе за Америку, Господи, пошли і дощ, і для того, щоб ми мали достаток. Молимося і за Україну, і за всі країни, Господи, пошли усьому Богошукання, і ще багатьох наверни до спасіння і до життя вічного. Ти достоїн слави, ти достоїн хвали, прийми від нас, очисти нас від усякої неправди, і поможи повернутися дома свої оправданими, очищеними, омитими кров'ю нашого Господа Ісуса Христа. А благодать Господа Ісуса Христа, любов Бога Отця і єднання Святого Духа хай прибуде з нами по віки вічні. Амінь. Вітайте один одного з миром Божим, хай Господь вас благословляє.